Я всех приветствую. Мы начинаем наш голосовой чат. Кто не попал на голосовой, значит, посмотрит записи. Я человек точно, у нас 16.01. И я начинаю транслировать экран. Если вдруг не будет видно экран, например, либо пропадет звук, так что сигнальте. Сегодня я буду рассказывать про бота GinMoney, делать обзор и также покажу один инструмент, с помощью которого я приглашаю людей в свою первую линию и даю свой опыт своим партнерам. Если они будут меня дуплицировать, то у них будет так же и даже лучше. Вот только что человек у меня зарегистрировался. Каждый день идут регистрации, просто очень-очень много. У меня уже команда 19 человек, заработано 7560 рублей, у меня 12 пакетов. И в заморозку ушло 1252 рубля. Давайте все по порядку. Что такое GinMoney, для чего он нужен, как здесь зарабатывать. Вот презентация, в боте нажимаем раздел «Информация». Можно здесь посмотреть. Вот раздел «Инфо». Можно здесь посмотреть маркетинг в виде видео, а можно нажать «Скачать презентацию». Я нажала «Скачать презентацию», меня перекинуло, вот я сейчас с компьютера, и меня перекинуло на PDF-презентацию. Я вкратце сейчас об этом расскажу. GinMoney – это сообщество людей, которые развиваются и дарят друг другу подарки. Подарки, автоматизация и обучение. Проект GinMoney основал Сергей Сергеев, автор системы GinMLM. Топ-лидер с опытом MLM более 7 лет. Специалист по автоворонкам и чат-ботам. Проект GinMoney – это автоматическая система дарения и получения подарков сразу на кошельки участников. Да, кстати, не открыла Payeer кошелек, надо было сразу его подготовить. Сейчас включим. Очень долго грузится. Когда идет дождик, у нас подвисает интернет. Вчера его вообще не было. Я хотела вчера провести голосовой чат. Не включается у меня Payeer кошелек. Пока он загружается, идем дальше. Деньги приходят сразу на Payeer кошелек. Не надо ничего подтверждать, не надо ничего ждать. Человек оплатил пакет, все наши партнерские сразу пришли. Щедрая партнерская программа, 4 источника дохода. Умный бот-помощник, который за вас расскажет о бизнесе, маркетинге, поможет с активацией, начнет выстраивать отношения через авторассылку. Так, все, Payeer у меня загрузился. Сейчас пока что я экран установлю, чтобы мне войти в Payeer кошелек, мне надо логин и пароль. Так, сделаем. Все, зашла я в Payeer кошелек.
Транслирую экран заново. Все, демонстрация пошла. Идем дальше. Пошаговое обучение и сопровождение каждого партнера с доведением до результата. Во-первых, я веду голосовые раз в неделю у себя в чате. Во-вторых, кто заходит у нас от 3500 рублей, 1 июня у нас послезавтра будет стартовать очередной марафон, где вас 10 дней будут обучать, как набирать команду и строить свою первую линию. Вы будете приглашать новичков, добавлять их на марафон, кто зашел от 3500 и выше, и они также будут обучаться в этом марафоне. У нас есть специальный закрытый чат, где вы выполняете задания, даются домашние задания и показывают, как делать то или иное задание, и вы закрепляете это дома. Преимущество GenMoney. Деньги приходят сразу на кошельки участников. Лидерский бонус 40% за лично приглашенного. Партнерский бонус – заработок 7 линий вниз по структуре. Есть система переливов от вышестоящих партнеров. Умная система автоматизации, чат-боты, автоворонки. Мощная онлайн-школа для обучения партнеров. Здесь я каждый пакет перечислять не буду, это бизнес-пакеты и доход. Начинается у нас первый пакет с 200 рублей, он у нас идет в подарок, и в подарок вы получаете автоворонку, и в автоворонке у вас 1000 рублей оплата на один месяц. Автоворонка выглядит у нас вот так. У кого нет автоворонки, берите у меня. Вот автоворонка. Здесь инструкция, как ей пользоваться. Здесь можно пройти бесплатное обучение, вставить презентацию, если вы продвигаете GenMoney, либо еще какой-то свой проект. Вставляете презентацию на YouTube, либо берете вот эту вот ссылку на презентацию GenMoney, либо на свою презентацию. Если вы приглашаете людей в автоворонку, они платят свою 1000 рублей абонентская плата, то вы получаете 40%. От 2000 можно вывести их. Кто у нас активно продвигает GenMoney, тому автоворонка каждый месяц в подарок. То есть мне начислили 7000, и вот я их еще не все потратила. Партнеров у меня здесь порядка, наверное, 69 человек. Вот Галина, Анна, Самир, Ольга, вот, например, на каждого нажимаю, и можно связаться. Вот Ольга, не сетевик, Ольга ожидает от вас звонка, можно ей написать и связаться. То есть я с каждым связывалась, и также можно им делать рассылку, вот что мне здесь надо. Это не является спамом, потому что человек сам подключил эту автоворонку и подписался, то есть попал в эту автоворонку. Здесь можно сообщением отправить, видеокружочком, просто видео, добавить свою реферальную ссылку и описание. То есть удобно. Ну, где-то раз в 3 дня я делаю рассылку своим партнерам. Ну, рекламирую один проект, второй проект, какие-то сервисы. Либо просто общаюсь с ними в одностороннем порядке и записываю на новостной какой-нибудь видеокружок. Вот что такое автоворонка вкратце. Пакеты у нас от 500 рублей до 13 тысяч. Вот сколько вы можете получить со всех пакетов. Какие вы получаете инструменты? За 200 рублей вот бесплатно получаете GenMLM, автоворонка под любой проект. За 500 рублей получаете практикум. Это визитка, 60 постов MLM, 12 источников трафика. За 1000 рублей, если покупаете пакет, все это последовательно, то есть их нельзя перепрыгивать. Нейробот, это умный бот-помощник. За 2000 рублей школа MLM, пошаговое обучение для сетевика. Рулетка за 3000 рублей, заявки со всего интернета. За 4000 психология плюс марафон, прокачка мышления и задания каждый день. Структура ваших матриц. 7 уровней и доход. С первой линии 45%, со второй, с третьей, с четвертой линии 10%, с пятой, с шестой, с седьмой по 5%. Система заполняется сверху вниз, слева направо. Все идут друг под друга. Всего 254 места.
с лично приглашенных от маркетинг план, вы всегда получаете 40% со всех оплат, апгрейдов и реинвестов. Реферальный бонус, постоянный доход 5% со второй, третьей, четвертой линии вашей команды. Партнерский бонус, вы получаете 5% от всех участников, кто встал под вами по структуре на 7 уровней в глубину. Вот первая линия 2 человека, вторая линия 4, третья линия 8, четвертая линия 16 человек, пятая линия 32, шестая 64, седьмая 128 человек. Всего 254 места. Ваш лично приглашенный лидерский бонус 40%, партнерский и реферальный бонусы по 5%. Автоапгрейд. 15% средств с дохода участников идут в заморозку. Для чего это делается? Чтобы как только накопится определенная сумма, например, человек только на 500 рублей зашел и зарабатывает, и 15% с его дохода идет в заморозку. Как только накопилось там 1000 рублей, у него автоматически прокупается пакет на 1000 рублей, то есть следующий пакет прокупается. Когда набирается необходимая сумма, происходит автоматическая активация более высокого пакета. При этом происходит распределение бонусов по маркетингу. Заморозка. Если подарок вами с пакета выше, чем у вас, 100% средств уходят на баланс заморозки. У меня такое было, что у меня был 9-й пакет, а у моего личника был 10-й. И я получила не на Payeer кошелек, а получила средства в заморозку. И таким образом, когда у меня собралась определенная сумма, у меня прокупился уже следующий пакет. Максимальный бонус. Если вы заходите на все 15 пакетов на сумму 91 500 рублей, то вы получаете доход 5% с оборота компании каждую неделю на свой кошелек. Бонус 5% распределяется между партнерами, у кого открыты все пакеты. Вот еще одна новая регистрация, пока я веду голосовой, еще одна регистрация в GinMoney. Дальше три стратегии заработка в GinMoney. Стратегия ждун, партнер и лидер. Вы ждете, когда кто-то за вас поработает, и к вам прилетят переливы. Доход от 10 тысяч в месяц. Стратегия партнер. Вы обучаетесь в школе MLM, ежедневно уделяете время вашему бизнесу, ваша команда и доход растут с каждым днем. Доход от 50 тысяч рублей в месяц. Стратегия лидер. Ваша цель – доход от 500 000 в месяц. Вы активно работаете со своей командой, вкладываете деньги и время, чтобы добиться вашей цели. Доход от 500 тысяч рублей в месяц. 7 спонсоров выше помогают заполнить ваши матрицы. Возможно, сделать 1270% от активированных вами пакетов. Плюсы – доход без приглашений, минусы – низкий доход, единоразовые выплаты, нет гарантии дохода. То есть, если все будут ждунами, соответственно, никто не будет работать и неоткуда будет зарабатывать. То есть деньги с неба не падают. Стратегия партнер. У вас активированы 4 пакета, и вы пригласили 5 партнеров на 4 пакета каждый. Плюс высокий постоянный доход от личников, вечный доход со второй, третьей, четвертой линии, пассивный доход от автоапгрейдов. Минусы. Маленькая первая линия и небольшой пассивный доход. Стратегия лидер. У вас активированы 5 пакетов, и вы пригласили 30 партнеров на 5 пакетов каждый. Получается доход более 4 миллионов, и в заморозку уходит 1 218 000. Плюсы. Вечный максимальный доход по маркетингу, высокий пассивный доход от автоапгрейда ваших партнеров, постоянный доход со второй, третьей, четвертой линии. Минусы. Возможны сложности, куда потратить деньги, но это, конечно же, шутка. Будет много уведомлений о зачислении средств на кошелек. Доход от 500 тысяч рублей в месяц. Три причины, почему стоит присоединиться в GinMoney уже сейчас. Будет среди первых. Мы только стартовали, поэтому партнеры, которые к нам сейчас присоединяются, получат максимум возможностей по сравнению с теми, кто придет позже. Бонусы от компании. Каждый новый участник GinMoney получает бесплатную активацию пакета номер один за 200 рублей. Автоворонку GinMoney 1000 рублей на баланс автоворонки. Ну, тысячу этой тысячи можно оплатить воронку на один месяц.
Переливы от спонсоров. Чем раньше вы присоединитесь, тем большее количество переливов от 7 спонсоров выше вы получите. Вот такой маркетинг. Идем дальше. Нажимаем старт. Вот здесь вот смотрим пакеты. У меня прокуплено 12 пакетов до 10 тысяч рублей. В заморозке у меня 1252 рубля. Команда 19 человек, заработано 7560 рублей. Я только начала его качать. Был у меня небольшой перерыв недели 3. Дальше продолжаю его продвигать. Здесь находится реферальная ссылка, которую можно распространять в соцсетях. В инструментах у нас, то есть у меня доступно все, и рассылка, и практикум. Здесь вот можно делать рассылочку для всех партнеров, для всех, ну, не только для 19 человек. Там есть еще люди, которые просто присоединились и не оплатили. То есть подписчики здесь раньше было написано, надо уточнить, куда делись подписчики. Статистика. Интернет у меня подвисает. Вот. За сутки 0, за неделю 2160 рублей, партнеров 9 в первой линии, а вот подписчиков 112, то есть они тоже получают от меня рассылку. Выгрузить отчет здесь можно по команде, подаркам и клонам. Когда вы прокупите все пакеты, можно покупать клоны, и это дополнительный доход. И также они будут приносить доходы, как и ваши основные пакеты. Идем дальше. Хотела показать инструмент по страничке ВКонтакте, называется SocPower. Эта программа просматривает истории ваших друзей ВКонтакте и ваших подписчиков и ставит лайки. До 300 лайков в сутки, без критериев, обычная ставка базовая 10 рублей. Лайков сегодня поставила программа от моего имени 131 лайк, тем самым привлекая внимание к моей страничке. Страничка ВКонтакте должна быть оформлена, стоять ваша аватарка, основной фон. Здесь у меня стоит ссылка на топлинк, об этом тоже будет отдельный вебинар, так как я продвигаю несколько проектов. Здесь у меня стоит закрепленная запись, здесь у меня ссылка на бота и мой телеграм. И здесь видео о доходах. И идет у меня вот трансляция, прошла 32 минуты назад. Это автотрансляция, тоже об этом буду рассказывать в четверг. Вернемся к SocPower. После регистрации, если в течение 15 минут вы пополняете баланс, это, он удвоится у вас. Это делается один раз и только для новичков, кто ранее не был зарегистрирован в SocPower. Истории просмотрела сегодня программа 150 467, но это, скорее всего, за все время. Что лайкает? Новые записи со стен лайкает, с новыми постами, которые ваши друзья разместили на своей стене ВКонтакте. Новые фотографии, сервис будет взаимодействовать с новыми фотографиями, которые ваши друзья добавили на свою страницу ВКонтакте. Новые фотографии на стенах. Сервис будет взаимодействовать с новыми фотографиями, которые ваши друзья разместили у себя на стене. Источники. Сервис будет ставить лайки вашим друзьям по выбранным фильтрам. На кого подписан. Сервис будет ставить лайки тем, на кого вы подписались, но кто не добавил вас в друзья. И включить выдачу открытых, скрытых из новостей пользователей тоже будет программа лайкать. Рекомендации, вот если включить, то будет дополнительно 10 рублей. Сервис будет ставить лайки на раздел рекомендации, который можно увидеть, перейдя в раздел новости. Но я это не ставлю, у меня две страницы загружено, и по 10 рублей каждая. То есть в месяц я трачу 600 рублей на эту программу.
Лайкает она также репосты, ставит лайки под репостами ваших друзей. Лайкать вложения. Если ваш друг прикрепил к посту фотографии, либо видео, либо другие материалы, сервис тоже будет отдельно их лайкать от вашего имени. Просмотр историй. Вот я всегда смотрю, кто просмотрел мои истории, мне интересно. Ну, некоторые пользуются программой и также смотрят. И люди записывают истории, также смотрят, кто их просмотрел. То есть я смотрю от своего имени истории своих друзей. Но на самом деле я столько, такое количество историй не смотрю, смотрит сервис. Таким образом привлекает внимание к моей страничке. И чем больше мы привлекаем внимание к своей страничке, тем лучше. Так как друзей у меня уже много, здесь можно либо принимать заявки, если у вас их до 9 тысяч. У меня уже лимит друзей, и я оставляю их в подписчиках. Поэтому у меня вот здесь вот курсор стоит «Оставлять в подписчиках». Работает у меня программа с 8 утра до 23 часов по московскому времени. Минимум за день я ставлю вот до 300 лайков. Максимум на друга 2. И количество секунд, которые пройдут с момента выкладывания материала вашим другом до вашего лайка, 2000 секунд. То есть не сразу, что человек, вот ваш друг, только выложил фотографию, и тут же вы лайкаете ее. Это сразу видно, что программа лайкает автоматически. А вот у меня 2000 секунд проходит, тогда только ставится лайк. И никто и не догадывается, что это лайкает программа. Вот такие фильтры у меня выставлены. Готовьте свои вопросы, если есть. И вот сегодня, это вторая страничка у меня, лайков сегодня 176. История у меня там уже шестизначная цифра за все время. Более миллиона просмотренных историй, представляете? Ну, здесь вы можете выставить список игнора. Стоп-слова, например, матерные слова, я не выставляю, потому что это отдельная плата. То есть у меня вот просто базовые. Здесь есть партнерская программа и партнерская ссылочка. Партнеров первого уровня здесь у меня уже зарегистрировалось 78 человек. Второго уровня 39, третьего уровня 3. И сюда на партнерский счет капает у меня 10%, но, скорее всего, у меня 20%. Повышенный уровень устанавливается для партнеров, которые имеют в сети более 50 пользователей в первой линии со средствами на счету. То есть, скорее всего, 20% мне здесь капает, и я их перевожу на основной счет. Вот здесь там 5-10 рублей насобиралось, я перевожу на основной счет, и вот сюда вот мне идут деньги. Мой баланс сейчас 173 рубля и прогнозируемая суточная ставка 20 рублей. То есть 10 рублей одна страница, 10 рублей другая страница. Сейчас я остановлю свою трансляцию и готова ответить на ваши вопросы. И запись также остановлю.